Чудесный день представляет. Как это? Ничего не понимаю. Ой. А, это ты? Доброе утро. Доброе. Скажи, а почему у тебя в гнезде сегодня два яйца? Еще вчера было одно. Ой, я не знаю, откуда оно взялось. Это не мое. Наверное, пока я спала, кто-то его подбросил. Давай тогда его выбросим. Ты что? Там же чей-то малыш. А если мы его выбросим, оно может погибнуть. Или кто-нибудь съест его. Ты права. Но давай хотя бы выясним, чье оно. Позову трицератопса. Он все знает. Прям все? Ну, не все, но многое. Чей же ты, малыш? Давай же, Дилофозавриха, сходи куда-нибудь. Открой мне путь к яйцам. Вот, посмотри, трицератопс, чье это яйцо? Да чье угодно может быть. Такие яйца бывают у многих. Боюсь, что мы сможем узнать, кто в яйце, только когда оттуда этот кто-то вылупится. Эх, значит, будем ждать. И я жду, но мое терпение на исходе. Ой, что-то я проголодалась. Пойду что-нибудь найду. Не бойтесь, малыши, я быстро. Ну, наконец-то! Рад снова тебя видеть! О, я решила немного поохотиться недалеко от гнезда, а то уж очень есть хочется. Возвращайся-ка ты лучше к яйцам. У нас в стране динозавров хоть и спокойно, но с недавних пор поблизости бродит мегалозавр. А я все равно иду на охоту и тебе принесу обед. Ой, я тебе так благодарна. Что такое? Что с тобой случилось? На меня напал мегалозавр. Еле ноги унесла. Мне недолго осталось жить. У меня к тебе будет одна просьба. Говори. Когда меня ранил мегалозавр, я из последних сил смогла добраться до чьего-то гнезда и оставила там свое яйцо. Позаботься о нем, пожалуйста. Я видел это яйцо. Значит, оно твое. Я приведу к тебе трицератопса. Он всех лечит. Надеюсь, и тебе поможет. И ты сама сможешь воспитать своего малыша. Обещай, что не бросишь его, если меня не станет. Обещаю, обещаю. Потерпи, я скоро. А ну, оставь яйцо! Тебе-то что? Оно все равно не твое! Уже мое! Да брось! Зачем тебе тратить силы на чужого ребенка? А я тебя избавлю от этой ненужной заботы! Отойди от гнезда!
А если не отойду? Тогда пеняй на себя. Уж не собираешься ли ты, дамочка, со мной драться? Собираюсь. Ха-ха-ха! Не смеши меня! Я бы одна не справилась. Спасибо. Да не за что. Я, кстати, выяснил, чье это яйцо. Его тебе подбросила крокодилиха. Она ранена и попросила меня позаботиться о малыше. Мне надо срочно к трицератопсу. Может, он сможет помочь крокодилихе. Вот она. Посмотрим. Так, что здесь? Все понятно. Она, конечно, очень слаба, но ты вовремя меня позвал. Думаю, я успею ей помочь. Ой, кажется, ты уже собираешься вылупиться, малыш. Ох, какой маленький. Мама? Нет, дорогой, твоя мама... Я здесь, малыш, я твоя мама. Мамочка. Ой, сыночек. Спасибо тебе, что не оставила мое яйцо. Ну как же я могла? Мое тоже скоро вылупится. Думаю, наши детки станут друзьями. И я на это очень надеюсь. А теперь нам пора в воду. Еще увидимся, ребята. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.